Всем доброго времени суток. В этом выпуске я хочу показать, что можно сделать из старого компьютерного железа. Конкретно в моем случае это был ноутбук от фирмы Toshiba, у которого был сломан экран, крепление и панель. В общем, обо всем по порядку, а в описании ссылки на необходимые переходники и так далее. Here we go. Это всего лишь одна идея для реализации, таких есть еще несколько, а вот реализовал я ее, конечно, не так, как планировал. Представлял я одно, а сделал совсем другое, ибо моддинг это не мое, я всего лишь показываю, что можно сделать. Уверен, что у вас получится намного лучше, чем у меня, и пусть это видео будет руководством к действиям, если имеется подходящее железо. А перед тем, как начать, нужно убедиться, что все необходимое есть в наличии, например, шлейф на жесткий диск, кнопка включения, в моем случае с подсветкой, DC-DC преобразователь для светодиодной ленты, паяльник, припой и тому подобное. We'll be right back.
А теперь, когда задуманный проект подошел к своему логическому завершению, казалось бы, зачем это нужно? Тут все просто. Допустим, железо старое или ремонт дорогой. Ну или не жалко пустить в расход, если руки прямые и сделать действительно красиво. Допустим, в кейсе для удобства эксплуатации, ну или в корпусе из-под PlayStation, или вообще распечатать на 3D принтере. И сделать из него не комп, а, к примеру, Android TV приставку, ретро-комбайн, медиа-центр или сетевое хранилище. Думаю, идея имеет право на жизнь, главное прямые руки, немного фантазии и проект найдет свое место. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Также не забывайте, заказывая с магазинов, можно сэкономить на кэшбэк-сервисах, таких как EPN и Letyshops. Ссылки есть в описании. В общем, надеюсь, вам выпуск понравился и буду признателен за лайк и подписку, а колокольчик не даст пропустить новый. Ну а этот выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.